ребята, это уже второй день съемок. Я не хотела останавливаться на одном дне, и поэтому я веду еще этот влог до завтра и, естественно, сегодня. Сегодня будет довольно-таки простой, но в то же время загруженный день, потому что у нас будет 2 геометрии, 2 русских, информатика, которую я ненавижу, и классный час. В общем, вы только посмотрите, сколько здесь разных валентинок, картиночек. Сегодня мы это будем раздавать в школе вместе с вами. Будем ходить по школе и предлагать людям взять, например, вот такую вот валентиночку, взять что-то одно здесь можно. Или, например, здесь их очень много, правда. Или, например, вот такую вот. Да, я тут их рисовала довольно много. Их очень много на таких вот белых бумажечках. По-моему, их здесь больше 30, если не ошибаюсь. Тут их прям вообще... Да. Мы вот эту вот валентиночку. Привет, девочки, привет. Вот сюда вот написали. В 36-м кабинету подойти. Придет Ирина. Привет, девочки, мы едим банан. Конечно, никто не найдет. Все, пойдем. Геометрия. У нас сегодня было 2 геометрии. Я получила 5 по геометрии. И она вышла к доске. Да, я вышла к доске, получила 5 по геометрии. И плюс у меня еще этот, как его? Самостоятельные. Я правильно написала, надеюсь, он ни к чему не придерет. У меня будет еще 5. Теперь у меня 3, 5, 5. Потом... Успех. По русскому. Да, ну, короче, я работала. Мы молодцы. Она видит обе. То, что я работала. Тёта уже работала. Я работала. И, короче, меня записали еще на проект по русскому. Теперь меня допустят к экзаменам. Это самое главное. Вот, и я, типа, вот, буду по русскому. Зато по технике я получила 3. Девочки, 3. У нас, я не рассказывала еще, но у нас технология как информатика. Да, у нас нет трудов там такого, у нас технология. Да. Информатика это одно и то же, только на технологии мы... Сдаем проекты, чтобы это было как отдельный предмет. Да. Но на самом деле, по сути, это одно и то же. Да. Мы также на технологии работаем на компьютерах. И типа, ну блин, я, короче, получила 3, поэтому только не пускали, потому что ни хрена не понимаю. Типа, ну блин, по сути, нифига не понимаю. И все. Так, ну, день сегодня такой, 50 на 50, нормально. Тихо-тихо, боже. Он так кушать хочет. В общем, мы идем такие. Я вижу какой-то пакет. Это оказался котенок, который перебегал через дорогу. Я такая, Настя, это голубь. Пакет голубь и котенок вообще совместимые вещи. Да, мое зрение ван лав. Короче, это оказался маленький такой хорошенький котеночек. Как ты, только не хороший. Маленький такой, глупый и слепой, как крот. Да. И вот, и короче, он настолько ласковый, что мне захотелось его покормить. Вот отличие от некоторых. Последний день. В общем, я уже давным-давно пришла домой, наверное, 2 часа назад, и я уже успела перекусить, уже успела переодеться. Кстати, посмотрите, какие у меня крутые татуировочки. Спасибо моей соседке по парте.
Так вот, так как у меня сегодня нет никакого плана на день, вообще никакого, я, наверное, просто уйду в выходной и буду, наверное, целый день смотреть какой-нибудь фильм или сериал. Возможно, немножечко позанимаюсь, потому что мне мама должна привезти книжки ОГЭ, по которым я буду готовиться к экзаменам. Но пока ее нет дома, поэтому я буду смотреть фильм. У меня в морозилке, знаете, что есть? Морозилочки. У меня есть очень вкусные сырки, которые я просто обожаю. Вот такие вот сырки. Вот. Я очень давно хотела их посмотреть, но все никак не тягивались руки, поэтому вот. Вернулись мои родители. Как и говорила, мне купили две книги ОГЭ «Общество знания». Сейчас я распишу, буду расписывать планы на этот месяц. Включила «Холодное сердце», пускай играет на фоне. Также мне купили альбом, потому что у меня закончился прошлый. В общем, сейчас я буду расписывать в свои тетрадочки план видео на март. И сейчас пойду посмотрю, какие мне линзы купили. Это просто обалдеть, мне купили карие линзы. Будут еще вопросы по поводу моего зрения. Контейнеры чек.